Всем привет, друзья! Меня зовут Алексис, и добро пожаловать на мой новенький видос. Сегодня мы с вами продолжаем играть в крутые мобильные игрушки, но перед началом просмотра, ребятки, пожалуйста, не ленитесь, ставьте свои лайки и подписывайтесь на мой канал, кто еще не подписан. Ну а начинаем мы сегодня с игры со Special Delivery. Вы, наверное, хотите спросить меня, почему именно с этой игры? Она же третья по счету идет. Ну не знаю, ребятки, что-то захотелось мне именно начать с ней, а вот дальше будем все как бы по очереди проходить. Итак, пройдем, друзья, буквально с вами три каточки, они будут очень быстрые. Я вам обещаю, что они будут мега быстрые, потому что каждые катки я буду использовать буст. Раньше я такого не делал, а сейчас я буду делать. Итак, сейчас я буду это делать, ребята. Вот только вот не знаю на каком моменте. Вот воду проезжаем. Обычно я всегда использую бусты, когда я проезжаю вот эту вот воду. Все, мы ее проехали и погнали. Смотрите, полетели. Так, и что? Что? Как раз тютелька в тютельку, ребятки. Без этого буста я бы не прошел дальше. Понимаете, вот сейчас уже настолько сложно проходить миссии, что... ну, без буста мы с вами просто бы не справлялись. Используем второй наш буст. Этот может быть вообще... Здесь может быть что-то другое. О, это колесики. Мне колесики нравятся больше, ребятки. Вот мне нравятся реально колесики. Ну, эту карту я могу, в принципе, пройти даже без буста, но все равно я ее использую. Может быть, многие из вас даже не знают, о чем я говорю. О каких колесиках я вообще говорю, да? Многие из вас подумают. О, кстати, отлично, посылочку мы с вами бонусную подобрали. Это значит, что мы ее вскроем в конце этого ролика. Так, ребятки, давайте я использую эти штучки, смотрите. Бум, вот. Я, конечно, мог бы этого не делать, но я это сделал. И что, он перевернулся? Но все равно мы с вами, получается, прошли эту миссию, ребятки. И еще последняя миссия. Давайте я открою эту посылку, что у нас здесь будет прикольненькое. Nice, very nice. И последняя, друзья, миссия. 35 секунд. За 35 секунд мы с вами должны выполнить. Используем наш последний бустик. И погнали в бой. 35 секунд. А сколько мне нужно проехать? 235 метров, да? Ну, это, в принципе, друзья, не так-то уж и много. О, еще одна посылочка. Отлично. Я думаю, что мы даже и без бустиков с вами бы могли проехать, но я все равно его использую. Мне нравится их использовать. Вот сейчас проезжаем эту воду, и я его использую. Ого, тут даже две воды, ничего себе. Ладно, если мы вот на воде прям используем эту штуку. Да, ребят, мы можем вообще в любой момент ее использовать. Есть, смотрите, с каким результатом приехали. Это просто что-то с чем-то. Ладно, ребятки, давайте мы тогда будем закрывать эту игру. Открываем следующую, и это у нас Hero Wars. Погнали тогда, наша база уже прокачанная. Кто помнит в прошлый раз, получается, что у меня максимум было 100 мана, да? А сейчас вот изначально 200. Ну, моя Росомаха, в принципе, не прокачанная, потому что, ну как, я ее с прошлого раза не прокачивал. Я прокачал Дэдпула, поэтому сегодня в основном будем, друзья, выбирать с вами Дэдпула. Смотрите, одна Росомаха что делает? Дэдпульчик подбегает, сейчас... На, получите! На, капец, как он косит, ребята! Мы будем играть одну миссию. Если все довольно-таки быстро произойдет, то тогда, ребятки, сыграем две миссии. Смотрите, капец, как он валит! Он тут все выносит на своем пути. Я в шоке, если честно. Мы можем еще дополнительные бустики выбирать, но, ребятки, я пока этого делать не буду, потому что если я их сейчас израсходую, они потом не восстанавливаются. Ладно, давайте Росомахи в бой. Я быстрее вас могу воссоздать. 50 мана всего-то навсего нужно. Две Росомахи. Кстати, вот этот вот мощный перец, ребят. Реально мощный. Сейчас Дэдпульчика еще бросим. Короче, друзья, одну миссию будем играть. Потому что и так какая-то долгая миссия. Мы можем с вами делать вот так еще. Бум. Так, что-то я там выстрелил. А, да, там что-то сгорело, ребятки. Там, короче, они начали гореть. Отлично, давай, Дэдпульчик, гаси их всех, гаси, гаси. Второй Дэдпул пошел в бой. В бой, моя непобедимая Спарта. Один чувак, смотрите, что делает, ребят. Я могу пушечкой вот так вот сделать. Бум. Так, а, блин, радиус поражения маленький, наверное. Ну, понятно, что у нас армия намного сильнее. Смотрите, как они косятся. Друзья, этот монстр доживает последние свои секунды. Последний удар, давай. Отлично, ребят, это победа. Это было очень сложно. Я не знаю, это сложнейший монстр, с которым мы с вами, друзья, сражались. Вот реально, просто сложнейший. Я с ним, наверное, боролся, наверное, минут 7. Если бы я все вставил в этот ролик, то вам бы было бы просто скучно смотреть. Ладно, закрываем эту игру, открываем следующую. Это у нас Idle Robbery. Друзья, суть данной игры заключается в том, что у нас есть вот такие вот воришки, которые грабят этот вот домик. Вот смотрите, они, мы можем их ускорять немножко. Вот они сейчас заносят вот эти вот вещи украденные, и мы за это получаем денежки. В это время мы можем... За эти денежки мы с вами прокачиваемся дальше, покупаем себе либо силу, либо скорость, либо новых бойцов. Также это можно все дело ускорять. Смотрите, берем ускорение за
15 кристалликов, все, ускорились, отлично. Так, great, получаем дополнительные денежки. И давайте еще разочек так же самое сделаем. И у нас, смотрите, как уровень увеличивается. Еще получаем 3700. Здорово, так, давайте мы тогда купим себе нового чувачка. У нас уже будет 5 грабителей, то есть зарабатывать мы будем теперь намного больше. Скорость, это чтобы они быстрее грабили. Друзья, в эту игрушку я играть долго не буду. Просто я очень давно уже не играл в нее, именно на этом канале. Очень давно, ребятки. Поэтому, ну, я решил, раз я долго не играл в эту игрушку, возможно, кому-то она понравилась, потому что я как бы второй раз уже вот играю ее на этом канале. Все, деревья даже выносим, капец. Представляете, ребят, деревья выносим. Так, это дерево он сейчас вынесет, потом, наверное, еще бочка останется. Что тут еще? Мяч. А, вот они пошли за столом и за стульями, да? Ну, в принципе, друзья, вот такая вот игрушка. Еще буквально, я не знаю, наверное, секунд 30 и все. Я бы это бы ускорил все, но не получается. У нас сколько? 5 воришек, да? А, да, у нас 5 воришек из 20. То есть, например, в следующей миссии у нас уже будет... У нас эти воришки остаются, да, друзья? Они остаются. Вот только единственное, мы переезжаем в другое место. Да, мы будем грабить другое место. Так, он за мячом побежал. Он сейчас тоже этот вот тоже мяч возьмет. И, в принципе, вот эту вот штуку. И все, ребят. И, по идее, мы с вами вынесли весь дом. Так, куда ты побежал? А, за бочкой, да, друзья. Ну, я таки думал, что эту бочку они тоже подрежут. Так, все, бочку взяли. Все, пусто, ребята, пусто. Все вынесли. Я в шоке просто. Взяли и вынесли полностью этот дом. У нас левел ап. Отличненько. И последний чувачок заносит бочку. Та-дам! Миссия выполнена. Все. До свидания, полиция. Да, ребятки, очень долго мы, конечно, это все дело грабили. А это у нас вот второй домик, который мы сейчас будем грабить. О, прикольненько, прикольненько. Но тут будет, наверное, чуть-чуть сложнее. Так, они сначала разбегутся, и мы начинаем их грабить. Ладно, ребятки, это уже будет в следующей серии, но на этом я эту игрушку буду закрывать. Ну, а первую катку в Бравл Старс давайте мы с вами сыграем в столкновение. Будем играть за Макса. Я очень давно не играл за этого персонажа именно в столкновениях, поэтому сейчас постараемся взять какое-то... Первое место. Ого, столкновение обновилось. Ну, оно каждый день, конечно, обновляется. Чего, тут банок нету? Ребята, тут нету банок. Блин, тут, наверное, знаете, за кого классно играть? Тут классно играть за тех чуваков, которые через... А, не-не-не, есть банки, ребят. Тут есть банки. Я... О, Барличок, все, прощай, чувак. Так, две банки у нас уже с вами есть. Отлично. Давайте мы быстренько залутаем еще вот эти вот баночки. Так, чувак подходит. И мы начинаем его гасить. А, нет, стоп. Так, давай, быстренько лутаем эти баночки. Они должны быть, друзья, только наши, больше ничьи. Давай, еще несколько разочков и все. Ой, блинский, так, метеорит, ой, блин, капец, ребята, этот чувак меня решил добить. Не успел, конечно, одну банку взять, из-за того, что метеорит поцелил прям в меня, ребята, представляете? Капец, это было реально жестко. Он столько урона нанес по мне, что это просто жесть. Не-не-не-не, ты чё, убегаем. Снова улетаем, сейчас добиваем ее. Есть, отлично. Сори, нуб. Почему она так не говорит? А, это говорит так Кольт. Мне так нравится, как он так говорит, типа, сори, нуб. Ты чё, чувак, ты чё, завис? Ну давай, я тебя немножечко покромсаю, если ты хочешь. Берем ульту и привет, и до свидания. Все, две баночки наши. Друзья, остался один Эль Примо. И все. Последний перец. Давайте будем его искать. Где он тут сидит? Близко к нему подходить не будем. Он... А, вон где он. Вон где он сидит, ребятки. Он где-то вот там вот сидит, по-любому в засаде. Есть, шифруется такой. Типа думает, что я его не замечу, да? Ладно, давайте мы еще ближе подойдем к нему. Так, он где-то вот туда вот спрят. О, сейчас метеорит по нему бахнет. Я надеюсь... А, нет, он в другую сторону. А, ничто! Что? Ничего себе. Так, подходим чуть ближе и начинаем его гасить. До свидания. Sorry, noob. Ребят, мы с вами затащили. Отлично, я доволен. Давайте мы тогда с вами сыграем в какой-то другой режимчик. Заработаем себе еще один жетон. Давайте в ограбление мы с вами сыграем за Карла. Буду, кстати, в первый раз играть за этого бойца вот в этот вот режим. Я обычно играл за него только в столкновение. Что тут нужно делать вообще? А, есть у нас сундук, который нужно лутать. Я понял. Тут болтов нету. Главное, чтобы тут, друзья, не было болтов, потому что я не люблю играть с болтами. Мне не нравится. Так, оп, получи, распишись. Так, этого чувака можно вот так ударить. Друзья, да мы с вами вообще звери. Берем ульту и до свидания. Бум, есть, добили. И еще один разочек. Все, прощай. Отлично, ребята, мы с вами неплохо, в принципе, тут начали их кромсать, пока наши бойцы валят тут их базу. Давай. Сейчас мы тоже, друзья, побьем эту базу с вами немножечко. Так, берем ульту и привет. Давай, вот так вот просто ее выносим, уничтожаем. Так, отлично. Друзья, пока там
тех нету, где-то они там лазят. Мы будем разбивать с вами аккуратненько вот эту вот штучку. Ай, блин, меня добили. Блин, кстати, они тоже нас, смотрите, выносят неплохо. Друзья, даже очень неплохо выносят. Так, Шелли нужно сейчас уничтожить. Она прям мощная, очень мощная. Она сейчас будет ульта с вами, ребятки. Еще чуть-чуть у нас будет ульта. О, блин, чувак, смотрите, что делает, ребята. Что он делает? Это просто жесть. Вообще, мощный чувак, конечно. Так, берем ульту и... Давай, есть, 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 есть. Добили его. Хорошо, продвигаемся вперед. У нас очень мало, друзья, здоровья. Просто безумно мало здоровья. Так, подходим сюда и до свидания, до свидания. Блин, да что такое? Мощное противостояние. Знаете, такие вот бойцы какие-то одинаковые, мне кажется. По силе одинаковые. Так, Шелли, прощай, Шелли. Отлично. Так, давай сюда подходим. Что мы проиграли, ребят? У них вот этот вот чувак затащил. Он реально тащил вот этими вот своими бомбочками. Да, конечно, мощный перец. Ну, да и ладно, ребятки. Закрываем Бравл Старс. У нас впереди еще куча прикольных игрушек. И следующая игра это у нас Hail Climbing Rising 2. И у нас, друзья, первая каточка. Конечно же, постараемся взять первое место. По-другому просто быть не может. Ого, тут одни бусики, да? Одни бусики. А, это, кстати, мощный джип, ребята. Он очень быстрый. Смотрите, он первый шел, да? Ничего себе. Так, ну ладненько, ладненько. Друзья, мы пока что с вами первые. Это радует. Но только вот плохо то, что я пропустил бензин. Блин, это очень плохо, ребята. У нас сейчас бензин будет заканчиваться. Все, представляете? Бензина нету. А, фу, успел. Короче, нужно, друзья, собирать весь бензин, который есть у нас на пути. Потому что из-за того, что вот я установил вот это вот турбо, у нас расход просто нереально быстрый. Так, а что это за... Два флага американских. Только один реально американский, а другой какой-то чуть-чуть отличается. Так, друзья, не-не-не. Фу, блин, я уже думал, что мне хана будет. Я думал, уже лоб разобьем с вами. Так, бензинчик, друзья, берем. Без бензинчика нельзя проезжать. Бензинчик нужно обязательно подбирать. Не-не-не-не-не, да блин, вы что издеваетесь? Стартуем, рвем, 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 рвем. Давай-давай, друзья, турбо ускорение. Блин, чувак, смотрите, чувак меня обходит. Друзья, мы должны с вами его обойти. И это финиш, ребятки. Фу, я успел. Еще реально чуть-чуть, и я бы был бы, наверное, на втором месте. Конечно, это чувак на джипе, он так жестко газует. Это жесть, друзья. Нам с вами тоже нужно купить себе такую вот машинку. Реально, и будем ее прокачивать. Мне кажется, зря я прокачал этого бусика своего. Давай, давай, давай. Не, все. Ну, тут мне кажется, что не будет первого места, ребята. Хотя, может быть, этого мы и вздрючим. Все, есть, бензинчик взяли. Отлично. Газуем дальше. Давай, давай, давай. Обходим его, ребятки. Мы его должны обойти с вами. Это уже, в принципе, финиш. Блин, это вот уже финиш. Финиш, финиш, наконец. Капец, капец, капец. Давай, давай, давай. Просто педаль в пол, ребята. Просто педаль в пол. Отлично. Давай, газуем. Есть, это финиш. И еще, друзья, последняя каточка. В этой катке тоже будет три гонки. Что? Смотрите, как они рвут. Ох, ребята, вот тут нам будет, наверное, сложно выиграть, мне кажется. Так, что там? А, я думал, уже минус один противник. А, блин, я проиграл, ребята, врезался. Капец, первая гонка неудачная, ладно. У нас еще две гонки, друзья, впереди. Хотя бы нам приехать, не знаю, хотя бы уже не первым, но просто желательно бы уже приехать. А, эта карта уже немножечко измененная. О, тут какие-то... Камни были, вы видели, друзья? Но те игроки, те мои противники, они, грубо говоря, ну, те камни их немножечко остановили. Это меня радует. Отлично, один уже погиб. То есть третье место это у нас минимальное, может быть. То есть третье место это если мы тоже с вами не погибнем. Но я хочу не третье, не второе. Я хочу только первое место, ребята. Есть! Один чувак из Китая остался, и все. Отлично, один кубок мы с вами заработали. Еще, друзья, последняя гоночка. Здесь тоже нужно взять призовое место. Смотрите, как они стартуют. Я думаю, что турбоускорение не только у меня есть. О, там еще типа как трактор какой-то, да? Так, ладно, давай-давай-давай. Тут нужно разогнаться. Перепрыгиваем это все дело. Оп, есть, четко прям, друзья. Четко бензин пропустил, блин. Плохо, друзья, очень, это плохо то, что я бензин пропустил. Потому что тут у нас водичка. Давай, все, нет бензина. Блин. Ты что, прикалываешься? Реально нет бензина? Да, что? Да ладно, пожалуйста, пожалуйста, нет. Это жесть, ребята, мы с вами не доехали, печально. Ну что поделаешь, ребят, это игра. Ладно, закрываем эту игру, открываем другую, это у нас Horror Field. И сегодня, друзья, в Horror Field мы с вами будем убегать от культиста. Друзья, буду меньше говорить, чтобы лучше слушать свое, лучше слышать свое сердцебиение. Давайте будем чинить генератор пока что. О, мы все играем за одного и того же чувака. Прикольно. Так, пока что, друзья, все хорошо. Давайте я сделаю чуть погромче. Сердечко стучит нормально. Вроде бы не ускоряется, ребята. Вроде бы не ускоряется. Помогай мне, чувак. Еще чуть-чуть осталось.
Так, есть. Первый генератор мы открыли. То есть починили. Еще осталось 4 генератора. О, он кого-то ударил, да? Так. Сердце стучит, но не так сильно. Друзья, следующий генератор вот здесь вот. Давайте мы его тоже быстренько починим. Я что, один буду все генераторы чинить или что? Почему эти чуваки ничего не делают, а? Друзья, он, походу, сейчас подойдет к нам. Помогай, помогай, быстренько. Еще чуть-чуть осталось. Давай, 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 давай. Так, есть. Отлично. Бежим в эту сторону. Ой, там он убегает, походу, тот чувак от кого-то, да? Так, ладно, ладно, ладно. Куда бежим? Куда бежим? Наверх? Да, наверх. Так, все, сердце уже не стучит вроде бы. Еще один генератор. Давайте мы его быстренько починим. Так, друзья, это третий генератор. Давай, 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 друзья. Я один уже почти 3 генератора починил. Так, ускорение. Убегаем отсюда. Так, убегаем. Так, хотя нет, стоп. Давайте мы дочиним все-таки. Давайте дочиним. Так, отлично. Есть, еще 2 генератора осталось, друзья. 2 генератора, бежим вот в эту вот сторону. Еще один остался, отлично. Он где-то вот тут вот, по-моему, должен быть, если я не ошибаюсь. Так, вот, вот, ребята, вот, вот, вот. А, этот уже исправный, да? Этот уже исправный, хорошо. Значит, друзья, можно, в принципе, бежать к выходу. Давайте мы это будем и делать. Бежим где-то вот к выходу. Так. Друзья, опасно. Очень, очень опасно тут находиться. Так. Так, пока что хорошо, ребята. Все отлично. Последний генератор. Так. Чиним, друзья, чиним последний генератор. Не-не-не, убегаем, 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 блин. Да ё-моё, вы что издеваетесь, ребята? Капец, что, меня уничтожили? Фаталити сделал? Он что, меня... А, он посадил меня в тюрьму. Капец, да я бы уже убежал, ребят, смотрите. Все, они и сваливают, да? Игра выиграна, и мы единственные, кто с вами не успели, походу. А не, он сейчас их тоже поймает всех, смотрите. Блах, одного поймал. А что он меня так резко тоже вырубил? Ладно, ребятки, закрываем тогда эту игрушку. Блин, мы были близки к тому, чтобы выиграть. Реально, очень близки. Ладно, у нас еще осталось, в принципе, две игры. Следующая игра — это у нас Planet Craft. В прошлой серии мы с вами остановились на том, что мы нашли вот такое вот замечательное местечко. Да, я по своей невнимательности скрафтил себе 5 лопаточек, как вы здесь видите, да? Ну, ничего страшного, мы их обязательно либо сломаем, либо потом используем. Это коровки. Давайте постараемся уничтожить эту коровку. Может быть, мы добудем из нее какого-то там, не знаю, мясушка. О, смотрите, все, очень быстро добыли мясо из коровки. То есть, их можно бить только, получается, мечом. Если мы возьмем какую-то, например, лопатку, то лопатки, видите... А, тоже можно бить лопаткой, оказывается, смотрите. Но лучше же, конечно, мечом. Давай, давай, стоп, еще разок, все, есть. Мы добыли с вами, в принципе, кожицу и добыли мясо. С помощью этой кожицы, я думаю, что можно скрафтить себе какие-то вещи. Давайте вот подойдем к верстаку, посмотрим, какой у нас открыт новый рецепт. Кстати, у меня булыжника нормально. А, ребят, я еще и булыжника не накопал, оказывается. Сейчас будем с вами погружаться снова на глубину и будем булыжник себе копать. Потому что с помощью булыжника мы с вами тогда сможем скрафтить себе... что это мы сможем скрафтить? А, вот еще мясо. И нам нужно скрафтить себе печь. Ребята, вот. Крафтим себе печечку. Та-дам, есть. Рычаги какие-то. Зачем мне рычаги? Мне бы факела еще бы скрафтить. Но чтобы скрафтить факел, друзья, нам с вами нужен тогда этот, как его. Чтобы скрафтить факел, нам нужен уголь. Лопаток здесь, кстати, очень много. Сейчас посмотрим, друзья. Или мы можем переплавлять наши лопатки. Так, я хочу что-то пожарить. Например, ставим лопатку сюда вот. А, можно! Можно ставить лопатку, ребята, смотрите. Да, реально, можно использовать лопатку. Давайте мы тогда тоже еще вот эту вот лопатку закинем. Еще вот эту вот лопатку закинем. Будет две лопатки. Смотрите, и сейчас мы перекусим это первое приготовленное мясо вот в этой вот игрушке. Блин, класс. Смотрите, как печка реалистично горит. Очень реалистично. Так, все, гори, гори, печечка. 2 мясушка уже есть, отлично. И сейчас мы постараемся с вами скушать это мясо. Ну, я пока что не проголодался. И как его есть? Его, наверное, есть... Нет, погодите. А как его есть вообще? А, нет, это мы выбрасываем. Друзья, как его кушать, я пока что не знаю, но я пока что не проголодался, поэтому думаю, что когда проголодаемся, мы тогда с вами его и съедим. Ладно, ребятки, тогда давайте будем закрывать эту игрушку и открываем последнюю игру, и это у нас Minecraft.
Но сегодня в Майнкрафте мы с вами поиграем в мини-игру, которая называется Lucky Island. Друзья, смотрите, 12 игроков. У каждого игрока есть свой остров. На этом острове есть лаки-блоки. Но эти лаки-блоки, ребята, они очень несчастливые. Да, вот мне кажется, что процентов на 60 эти лаки-блоки несчастливые. Поэтому выиграть здесь будет очень-очень сложно. Но все равно, друзья, их нужно лутать. По-другому никак. Это посох. А, нет, это короче, какая-то... Что? Блин. Короче, какая-то ерунда, друзья, непонятная выпала. Так, можно, в принципе, побежать на центр. Там вот есть 4 лаки-блока, но пока что, друзья, рисковать не будем. Сначала разобьем наши лаки-блоки. Так, это что здесь? О, наверное... О, вот это мне нравится уже. Луки-стрелы. Так, хорошо, давайте посмотрим, что здесь. Что в этом лаки-блоке? Щит. И можно, знаете, что, друзья, сделать? Можно скрафтить себе еду. И это я и сделаю. Давайте мы скрафтим себе хотя бы несколько буханочек хлебушка, чтобы у нас уже была еда. Так, теперь вот так делаем, вот так, вот так. Короче, ну ладно, 9 штук, я думаю, друзья, нам хватит пока что. 9 хлебушек, хлебушков. Так, тут у нас еще... О, что ты, чувак, пришел к нам в гости, ребятки. Мы сейчас его вот так вот уничтожим. Уйди отсюда. Что? Он меня уничтожил, ребята, так быстро. Капец. Ну давайте мы еще вот побегаем, вернее, вот так вот посмотрим на карте. У этого чувака эндермен заспамился. Если бы он его тронул, то он бы... Эндермен бы его уничтожил. Капец, какой челик меня уничтожил. Блин, тут на центр нужно было бежать. Посмотрите, сколько здесь хавки, сколько лаки-блоков. Капец, просто подошел и уничтожил меня тот чувачок. Не дал мне шансов на развитие. Ладно, ребятки, это игра, иногда мы выигрываем, иногда мы проигрываем. На этом свое видео я буду заканчивать, оно и так получилось довольно-таки долгое. Подписывайтесь, друзья, на мой канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать уведомления о выходе моих новеньких видосиков. Ну а на этом все, с вами был я, Алексис, всем удачи, всем пока!